Всем привет, друзья! Вы на канале Бладируюсь. Меня зовут Владимир. И сегодня я с Артемом продолжаем играть в игру под названием Enduring. Всем привет. В прошлой серии мы остановились на том, что бегали по DLC, дополнению Царство Теней, Теневой Альтус, проходили мини-боссов, исследовали локации. Порт Порицания там убили босса. Вот здесь медведя убили, огненного здорового чувака убили. В общем, потихонечку исследуем, проходим локации. В этой серии будем тоже тем же самым заниматься, продолжать. Я думал, куда-то вот сюда можно было сходить, вот. Туннель. Там, наверное, тоже какой-нибудь мини-босс есть. Или просто проход в другую локацию. А вот здесь вот, где мы бегемота убили, там замок будет сейчас, нам по замку бегать надо будет. Ага. Это получается как сюжетной линии, мы сейчас туда пойдем, если. Да. Я думаю, может вот сюда сходить, где тут можно через воду на какое-то болото пройти. Я тебе могу показать катакомбы. Можно пойти к дополнительному боссу. Ты поехал, знаешь, куда? В руины Мурда. Вот здесь какое-то болото тоже. Рядом с этим местом, где мы были. Сейчас я тут по-быстрому гляну, костер тут есть. Какое-то болото. Больше тут я, в принципе, ничего не вижу. Тут, наверное, пещера какая-нибудь. Тут, кстати, драконов много, я заметил. Справочник собирателей 5. Первомутровая чешуя. Я с этой поговорил, тут сидела. Креветочка. Ой, там снизу что-то. Как туда попасть? Фиг знает. Так, прибрежище Рауха. А, это проход просто. А, все, вижу костер. Сейчас костер активирую и ты поехал. Так. А у нас, наверное, души есть. Да, можно уровень вкачать. 421 тысяча душ. Давайте. Не знаю. Силу прокачать. Руины Мурты? Тут что ли? Туда ты пыхаться? А там что? Да. А, тут можно пройти куда-то или нет? Да, если покажу. Давай. А тут вот какая-то локация, я вижу, тут, наверное, спрыгнуть где-то надо, да? Вниз, и вот сюда можно пройти. Тут тоже какой-то пруд, озеро, и вот сюда, к замку. Сейчас я вспомню, куда бежать. А тут можно спрыгнуть куда-то, я там не был, кстати. Не прыгать, да. Почему? Ну там никуда не денешься. Беги налево. А обратно не тпхнусь? От этого входа беги налево. Бегу налево. Тут такая типа тропиночка есть. Бегу по ней, бегу прямо. Там справа будет спуск. А, тут руины тоже, да? Вниз. Да. Ага. Все, нашел что-то. Предмет, вижу, бечевка. Еще предмет. Бомжи, отмудок какой-то. Собачка тут сидела. Ой, еще собачка. Ой, выжила. 1500 я ей ударил, выжила, блядь. Я начерчу там у костра. Ладно, фиг с тобой. Деревья боня. Боня будет. Костер. Так, тут нычка какая-то. Золотой рог. А вот как раз этот спуск. Куда бы я спрыгивал, да? Ой, какие-то тут непонятные монахи. С рунической дугой ходят. Ой, это колдует на меня. Я тебе поколдую сейчас. Вот тут жарей. Так, тут сундук. Золотые дуги. Уже без меня открыли. Нифига себе. Что за беспредел? Вот в этом дополнении много тут таких локаций, где надо куда-то вниз спрыгивать.
разрушенные дома и заброшенные руины какие-то. Сейчас, походу, через колодец вылезем. Прикольно так сделано. Фиг найдешься. Надо искать где-то проходы, исследовать. И тогда, может быть, ты что-то найдешь. Деревня Бонни, да? Да. Тоже все в горшках. Сейчас он черча. Давай, давайте пилюлю посмотрим, что у нас стоит за пилюлю. Поменять надо, наверное. Босс будет очень далеко. Чтобы до него добраться, надо научиться парировать. А что там? Потому что там моб? Будет моб, который нанести урон может быть только тогда, когда отпарируешь его. А так он убивает с одной тычки. А пробежать мобы нельзя, что? Нет, он будет до конца преследовать тебя. Это не сейчас. Это до него еще бежать и бежать. До него надо пройти пещеру. После этой пещеры. Блин, а мы до этой пещеры не дойдем. Да. И там не отсюда надо идти. Слушай, а тут пилюль не могу использовать, почему? Я же начертил. Так, сейчас сяду тогда в костер, может. У меня что-то не то. Можем пойти в тюрьму, Бонни. Да, у меня что-то фигня какая-то. Да. Не могу чертить тут. Тебе надо через пристанище теней спуститься. И там дойти до пещеры. А тут что, вместе нельзя бегать? Можно, тут есть тюрьма, Бонни, пещера. Я же начертил. А почему я не могу? Так, величайший гончар тут. Голый почему-то. И пилюлю могу использовать. А я не могу. Чё мне надо делать? Не знаю, что тебе там. Прямо по этому побежишь, по мосту. Там будет пещера. А слева по двух мостах. Там будет могила. Ой, мавзолей. Беги к мавзолею, я там черчу. Понял? Угу. Сейчас одного гончара тут отпизжу. Одна ошибочка, мавзолея тут нет. Мавзолей внизу. Еще ниже где-то? Ну да, я потом тебе проведу. По видео пробежишь, пристанешь теней. Игнорирую всех мобов. Потом там побегаем. Правильно, локацию в другую попадешь просто все. А мясницкий нож из деревни Бонни. Предметик нашел. А, можно тут босса убить. Тут есть босс Манус. Метир. Собор. И в этом соборе два босса будет. Да, ты не сможешь его убить. Почему? А надо тебе сейчас локации драконов открыть. Там, где пальцы ты видел. Если ты видел руины обители. Я фиг знает. И а второй находится в секретной части, там, где надо попасть через храм. Так, еще пепел. Усиление нашел пепел. Да, в этом DLC как-то цветокоррекция и освещение так сделано. Вообще ничего не видно, ничего не понятно, что происходит. Так, можно по мостику по какому-то навесному пробежаться. Так, еще гончар. Заебали. Так, большой тряснувший горшок. О, мать. Нашел эмоцию. Так, мне можно сюда прямо пойти? Или вот сюда? А там двойной мост. Это ведет куда? К другому боссу, да? Ну да, ты сейчас его не выполнишь. Не смогу? Нет, тебе надо открыть секретный проход. В этот, там где деревня шаманов. Так, деревня шаманов, это где у нас? Такой не припомню. Да, она не открыта. Ух ты! Паучар выбежал, блядь. А, это не паучар, это скорпион. Напугал меня. Я думал, паук выскочил.
Так, ну я их с двух ударов убиваю. В принципе, так, ничего страшного. В тюрьму Бонни, там побегаем. Я бегу. А потом я тебе покажу секретную локацию, там где босса дополнительно убьем. Который безумие накладывает. А вот чтобы сюда попасть, в собор, мне что там, куда? Там по дороге наверх побежишь и все. Он тебе даст два задания. Подуть палец. Я так понял, я туда приду, просто не смогу к нему зайти или что? Нет, зайдешь, но не сможешь босса попасть, потому что надо будет выполнить задание, ты не сможешь. Понятно. Вот видишь, у тебя на карте, там где лазурное побережье. Так, тюрьма Бонни, костер активировал. Лазурное побережье. Так, смотрю. Видишь, справа у тебя это такая черная дыра такая. Ну, вижу такие червяки или пальцы, что-то непонятно. Пальцы, сначала надо будет тут падать. А как? А потом видишь? А это вот здесь вот. Сверху еще пальцы. Да, в другое место. Туда потом надо быть. А туда как? А это через замок надо, да? Да, я тебе потом покажу этот путь. Это мне надо вот. А падать там ничего такого нет, что ли? Просто пройду. Мне можно было вот здесь пойти. Последний привал в драконьей яме. Вот отсюда туда пойти можно было. Где мы босса убили. Вход не там. Крест на лазурном побережье. Оттуда надо бежать. Угу. Неподобающее поведение у меня. Плохо себя вел. Я лучше всех себя веду. Я самый добросовестный человек на свете. Я самый добрый. Заяц, да? Да, да. Как там поется? Я самый грязный заяц. Как Бакс Банни. А, Бакс Банни или что такое? Бакс Банни. Ну вот. Подавающее поведение или опять? Сейчас меня. Я не пойму, это с чем связано. Я не знаю. Я просто нажал. Ладно, если бы я вот так делал. Или вот так приседал. Или вот так пальчик показывал. Дядя Арсё. Вот так заходишь, и ладно, вот так тебе показывал. И зашел я тебе вот так. И вылетел. Или вот так. Или вот так. Так, заходим в локацию. Покажу тут. Секретную локацию покажу тут. Где лежит броня. Опять тут кувшинчики эти. А ты чем бьешь? Опять этими своими шипами? Я, кстати, забыл, надо броню переодеть. О, вторжение, дядя Артём. Сейчас кто-то получит. Ух ты. Ну-ка, не вылази. Пять с чем-то у них. Почти шесть. Идет. Ну, тут он сразу слева. Чё ты отбегаешь? Лови пилюльку. Я его здесь подожду. Прикинь, сам выходит. Эх, надо было повыше держать. Надоело убегать. У него какая-то рапирка. Ну, вертушечку ему. На! И бабах! $25,000 дали за него. Все, можешь прибегать, душу забирать. Да. Ну, это легко было. Вот этот меч прикольный. Еще бы он бил побыстрее, вообще классно было бы. Идем за мной. А тут что? А тут можно открыть. Я тут открыл проход. Золотая это. А тут просто что предмет. А тут смотри. Там вниз спрыгивать надо. А, да, можно тут спрыгнуть. Так, сначала сюда вроде.
Так, надо фонарик поставить себе обратно. Тут вроде тупик будет. А то без фонарика что-то совсем темно как-то. Вот. Другое дело. Так, куда говоришь вначале? В твою сторону? Нет, в другую. А, тут слизняки. Ай, блядь, на бошку упал. Какая-то слизь, смеси костей, грязи, перьев. Кстати, почти убил меня. Паскуда такая. Да, золотая тут. Расколотая руна один, то что надо. Ради этого стоило сюда бежать точно. Тут можно еще вон сюда куда-то. А тут предмет. Живительное вяленое мясо. Так, нам сюда надо? А там я по дороге предмет не встречу? Там вроде бы сюда она ведет. Ну, я говорю, по той дороге я бы там ничего не нашел? Не знаю. А побегу через ту сторону. Так, большая крыса. Мощная. Ух ты, эту не заметил. На 2 170. Предметик какой-то есть тут. Кузнечный камень 2-4 штуки. И лесенка. Ух ты, это я куда вылез? Еще предмет. Амулет нашел. Из крепкого рога 2. Плюс 2 точнее. Сильно повышает живучесть. Живучесть определяет устойчивость к обморожению и кровотечению. Я в другом месте вылез. В начале. Там вот где такое отверстие было. Значит, хорошо, что сюда сбегал. Предметик нашел. Что, ты всех тут побил уже? Я видел, как вокруг тебя тут появилась эта пыльца такая. Так, сырая тефтелька. Почему тефтелька? Тут как куча мозгов лежит. Тефтелька. Еще сырая тефтелька. Тоже куча трупов. Это тюрьма или сборник просто трупов? Пытки. Могильник. Так, вон еще предметик лежит фиолетенький. Тоже тефтелька, наверное. Нет, потерянный пепел войны. Тряное мясо. Ах ты. Куда вылазишь? Сиди, где сидел. Что же с ними тут в горшках-то делали? Так, еще сырая тефтелька. Просто они их туда закинули с кучей трупов мяса, и они срослись как-то. Сколько они там времени-то находились, что они воедино просто срастались. Жесткая тюрьма. Так, предметик. Серебряный рог. Куда ты кидаешься тут? Тюряшка. Так, тут нету. Вот сюда, наверное. Да. Все кристальки поломались. Теперь за мной. Поздно, да? Или она поднимется? Поднимется. А куда она наверх-то уехала? Нам туда и надо сейчас. А снизу что там? Босс. А что не едет? А что он не хочет? Подпрыгни. Я уже 2 раза подпрыгнул. 3, 4. А, тихо, не падай. О, поехал. Рядом.
Где она? Нажми на лифт. Сюда. А, тут кнопочка. Ударить можно. Ничего не происходит, не знаю. А вон босс тут уже. Он долго спускался. Когда я там стоял, ждал его. Как задел? А, это вот этот дурачок кидается. Нихуя себе. Еле пережил. Тут босс. Да, наверх. А, нам наверх надо? Ага, все. Включил, что ли? Нычка какая-то от меня, да? Правильно. Опять. А, шлем ночи, доспех ночи, перчатки ночи и по ножу. Ночи. И вот здесь еще. Так, а мы здесь были. Щит ночь. Как зеркало выглядит. Давайте прочитаем, что ли. Что написано. Наградный щит ночных мечников. Отлитый в бездонной черноте, которая поглощает свет, создан из материи эфира, что обеспечивает надежную защиту от нефизических атак. Особый навык – месть ночи. Так и броня. Прохладный на ощупь нагрудный доспех, бездонно черного цвета, украшен плавными линиями, напоминающими отпечаток пальца. Погружает владельца в беспросветный мрак. Был дарован подземному жителю при посвящении войны ночи. Все, без меня уехал. Нет, прыгай ко мне, на кувшинчик, потом ко мне. А? Пошли. Ах ты. До свидания, тварь. А что ты напоролся? Хотел меня скинуть. Да. Да. Напоролся. Ух ты. Не нападай сразу. Заходи к боссу. Да ладно, давай побьем. Это плохо. Он возвращается своими. Очканул, что ли? Нет, он использовал прием, у него вылетело. А, значит, у него просто вылетело, нам ничего не дали за него. Лох. Обычно, когда сдаются, души дают вроде. Лабиринт, проклятый клинок. Ой. Где я, блядь? Вот и все. Мир, проклятый клинок. Дали пепел. Невидимость, невидимости. Аурум побольше никто не отменял. Да. Вот и все. Дымку, смотри. Давай, включай. Это чтобы мне открыть, получается, проход вот к тому боссу, да? Ты походишь туда, где Глория. Площадь перед главными воротами. Так, смотрим демочку. Сейчас дядя Артем нам покажет, давай. Смотрим. Бежим вот так. Игнорируем всех. Ты нам далеко бежать, да? Угу. Мы потом сможем здесь бегать? Или ты просто проход... Ну как, проходишь до другой локации? Другой этот... Локация. Mm-hmm. Так, понятно. Только я не помню, в какую дверь в начале, которая закрыта. Так, а, это с другой стороны. Тут один проход. Да, там потом откроешь. Так, давайте души потратим. Вкачаем себе уровень. Кстати, можно усиление духов сделать. Бесполезную хрень. И можно вкачать себе уровень. Можно вкачать себе... Давайте силу до 26, чтобы... Эту маску не таскать с собой. Вот эту. Можно поставить себе маску на мудрость какую-нибудь. Или на выносливость. На интеллект можно. Так, мне хватает сил? Чтобы драться. Хватает. Ну, давайте на интеллект, чтобы побольше был. Так, тут какой-то чувачок сидит. Нет, это просто немыслимо.
Нас не оставили одних. Месмер – сын королевы Марийки. Ее величество никогда не бросит своих детей. Кстати, кто такой Месмер? Что-то я даже не в курсах. Написано, Месмер – это тоже сын королевы Марийки. Полубог. Только что-то нам нигде не говорили про него. Здесь мы просто пробежим, потом здесь побегаем. По этой локации. Потом сюда вернемся. Сейчас пробежим чисто к следующей. Дополнительной. Что можем, подбираем по пути. Руны теней 6. Ну ты, блядь, бежит за мной, как долго. Так, где тут лесенка должна быть? Ага, вот она. Почти прибежали, по сути. Ох, как тут высоко. А вот и картина, про которую нам дядя Артём говорил. Картина «Вотчина драконов». Так, а куда идти-то? Ага, вот, невидимая стена. Так, тут еще, может, невидимая стена есть? Тут записки тут. Нет, ничего нет. Вот, и вот этот гробик заветный. Который отведет нас в следующую локацию дополнительную. Давайте пропустим. Мы уже видели, как он туда спускается. И оказались мы фиг знает где. Ну что за место? Выглядит подозрительно. Теневой Альтус. Тут вроде ничего нету, да? Ну да, ничего нету. Куча гробов. А вот и костер. Где мы по карте вообще оказались? Давайте посмотрим. А, вот он, этот замок. Как раз отсюда смотрел, как сюда попасть. Вот оно что. Лик великаны печи. Ждем, пока дядя Артём начертит. Так, здесь нельзя чертить, ребят, значит, перебегаем в другое место. Не спручу. А вот, кстати, замок, про который я говорил, то, что я сверху смотрел на него, как туда попасть, думал. Мы здесь будем убивать, или это просто руины? А, это не сюда. Это руины. Это просто, да? Теперь еще на два костра активируются. Руины Унте. Так, лик великана печи. Когда активируешь костер, нижний поток реки, скажешь. Это просто руины, значит. Я-то думал тут... Хорошо, скажу. Я-то думал, мы уже все. Тут босс будет. Я для него еще бежать и бежать. Так, потерян пепел войны. Уже столько его подобрал. Я, по сути, особо и не пользуюсь. Удвоением. Ага, предметик. Кузнечный камень 8. 3 штучки. То нельзя запрыгнуть, что ли? Можно. Нет, нельзя. Выталкивать просто. Это куда ты хочешь? Вот тут вот великан печи лежит. Мертвый. Это он не мертвый. Не мертвый? А-а. А, вот. Тут вылазит из воды какой-то. Я не про него говорил, тут другой. Я знаю. Тоже не мертвый? У меня горшок на голову кинулся. В голову. Вовнутрь. И он в сане, да? Именно горшок из печи большой. Ух ты. А тут, кстати, эти великан печи, они у них разные атаки. Тот постоянно спамил шарики, этот какой-то вихрь вон делает. А как мне то в голову ему закинуть? Я закину, и там типа проход откроется. Он встанет. Встанет, его побить надо, да? А я могу одного великана на другого натравить, или ему урона от огня не будет проходить? Не знаю. Я не пробовал. А у меня такого горшка, наверное, нет. Не смогу я такое сделать. А вот большой горшок из печи, да? Ага. Так.
А что говоришь, если в голову кинуть, то есть шанс убить его, да? Урон большой пойдет. Или надо ему закинуть. Значит, это такой подъем здесь, чисто чтобы ему в башку закинуть. Угу. Так, ладно. Надеюсь, первый раз попаду, потому что я раньше не кидал. О, а, попал. Все хорошо. Проснулся сразу. Этот опять шарики свои огненные выпускает, тварь. Тут проход куда-то открылся. К сундуку. А в сундуке у нас огромная золотая дуга. Молитва какая-то. Так, это куда у нас? Это вниз. Вот сюда еще можно запрыгнуть зачем-то. Такое место, тут в цветочках все. Так. Хорошо, знаешь, сюда я запрыгну. Надо быстро убить. Горшок в голову кинуть, да? Угу. А тут какое-то место нашел. Может, отсюда можно? Ух ты. О, я нашел, походу, да. Отсюда можно ему в башку закинуть. Наверное. Так, он не заденет меня отсюда? Заденет. Будь. Вроде нормально все. А сколько ему надо таких? Один, два? Три. Три, ебать. Не жирно ему. Уголь Месмера надо, еще лик печи. Так, давайте попробуем кинуть. Кидай, кидай, кидай! На, тварь. На 7000. Еще горшочку. Ой, я его за два, походу, убил. Да, я его убил. Треснувшаяся кровососущая слеза. И лик великан печи дали. Увеличит урон, но тратит второй. Постепенно, да, уходит оно? Да. Я тут нашел место, там можно было по стеночке запрыгнуть. Я прям сюда к нему пришел. А. Так, и вон еще один великан. Его, по сути, тоже можно сюда приманить, да, и кинуть ему в башку. Он вроде не будет идти сюда. Не будет? Это какая тварь. Просто стоит на месте, не хочет идти сюда. Ладно. Дружочек, фиг с тобой. Потом придем, тебя побьем. Так. Подобрать лик. Ух ты! Он меня наебал немножко. Он другое заклинание сделал. Он бошку опустил и вихрь в меня опустил. Я думал, он будет шарики выпускать. Пока этот дурачок стоит, ему, наверное, можно успеть горшок закинуть. Не, фиг успеешь. А он когда вот так вот бошку опускает и бьет вот этой волной. Есть вариант в этот момент ему закинуть? Не знаю. Ух ты. Как опасно было. Он прям далеко этой хуйней бьет. Не лагаем. А, вот и костерчик тут есть. Давайте активируем. Ух ты, ямка резко. Я не ожидал такой подставы. Мне просто тут дальше бежать, спускаться, да? Да. До второго костра ты бежишь, там до третьего, точнее. Так, опять тут мошки. Ага, заныкали от меня предметик. Мушиная плесень. Да, не зря бежал. Я тебя плюну сейчас. А все, я в домике. Ах ты, только из костра вылез, на бошку мне сел. Тварь. Есть проток, да? Че я еле перекатываюсь, что за хуйня? Че со мной случилось? Да опять меня поймал. Сейчас убьют меня. А че я еле перекатываюсь?
Да, все, убили. Ты, блядь, запрыгивает на голову, а я даже... А, у меня лук стоит тут. Ё-моё, лук не убрал. Ага, тут можно еще ниже куда-то. Вот, а мы куда? Еще ниже. Мы ниже пойдем, а там в ту сторону можно было пойти. Там что? Ага, горшочек висит, не просто так же. А он сам вниз сходит. Только что разбил, хотел спуститься. Да ё-моё, попадет ты по нему. Ага. Очень низко. А там он можно перепрыгнуть или нет? На ту сторону. На лошади. А, тут вот здесь надо идти. Надо вот тут подниматься. Мышиная плесень. Ах ты тварь. Муха. Вторжение. А я внизу задвига. Осуждаю. Предмет подобрать. А мне сможешь его? Не знаю. Я далеко. Надеюсь, он у тебя там. У меня? Нет, у меня. Вон он. Бегу. Он пропал куда-то. Он невидимку, походу, все сделал. А ты сможешь подняться? Надеюсь, да. Он у меня. У тебя? А как он у тебя оказался? Он только что у меня был. Быстрее, быстрее. Где спускаться-то? Вот по этим... Да-да-да, надгробиям? Быстрее, быстрее. Быстрее. Я спускаюсь. Быстрее. Быстрее. Ну-ка его под меня веди. Давай, дядя, давай. На, поймал. 553. Не беги туда, не беги. Веди его сюда. Кассу достал. А, он вот здесь где-то спрыгнул. Спамлю, спамлю. На, задел. Хорош. Лучше бы он на меня там побежал, а не к тебе спустился. Я душу забираю. Да, 37 тысяч дали с него. Так, нашел одеяние Батфоры. Сухого листа. А что здесь выпал с этого? С горшка. А я не знаю, где он, кстати, упал. У меня вот тут. Что-то я тут ничего... А, вон что-то лежит. Пиолетенькое. Колокольный сверх торговцев плесенью роговестов. Понятно. Уже понятно, что там. Плесень? Мышиная. Ой, если не могу, Вова. Что там? Туман? Ты поехали. Сетевая игра. А тут вот еще куда-то вот направо, может было, там прохода нету? Не знаю, что там. А может нам отсюда надо, нет? А, тут катакомбы, походу. Нет, тут с этой стороны нельзя спуститься. Я вижу каких-то... А, тут бегемоты эти, походу. С которым мы дрались. Да, тут безымянный восточный мавзолей. Сразу босс. А там внизу бегемот ходит. Можем бегемота побить. Там не один, там два их. Я говорю, тут они ходят. Бегемоты снизу. Надо спускаться, потом чертить там. А босс у нас в какой стране? Ой, да босс еще долго. Я думаю, уже вот. Надо в катакомбы, из катакомбы выйти. Побежать еще, без лошади бежать. Я думаю, мы уже близко. Неподобающее поведение за все. Че началось-то?
Чего плохого сделал? Хамишу, что хамиш. Я сделал плохого? Ну, пошла, Зара. Удачи. Роксаша? Да, броня Роксаша снова. Ай, урон, который увеличит. Ух ты. Я застрял. Что, как больно бьешь? Трогай его. На, варь. А, значит, вот так будем делать. Блять, тоже килис, посмотри на нее. Опа! Дядя Артем поймал на ошибке. Ладно, он сам напросился. Да-д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 а. Эй, блядь. Как он увернулся? Это такая наебка, даже не попадаешь, если то клинки рядом просто делаются. Это имба. Ты там нажимаешь, да, когда надо? Да. Опа! По хребтине. Давай так его и добьем. Ага. Главное, он меня не добил. Ах ты тварь. О, добей ты его. Не получилось. Опа, дядя Артём вылетел. Вы умрёте вместе. Ну ладно, хотя бы не я один. Большая катана Роксаши, шлем Роксаши и доспех. Давайте почитаем. Так, доспех Роксаши весь в крови ее жертв. Потрепанная ткань торчит наружу, словно намекая на особую кровожадность его владельца. Увеличит урон, наносимый противником, но значительно увеличит получаемый урон. Только те, кто повторяет этот цикл без отдыха, могут по-настоящему уничтожить себя и стать Роксашей. То есть и тебе урон больше, и ему больше. Так, и еще оружие, давайте прочитаем, что за оружие. И надо душу подобрать для начала. Давайте подберем душу, потом прочитаем. Какая-то катана, вроде. Да, большая катана на Роксаши, накапливает кровотечение. Большая катана с волнистой линией закалки, запачканной несмываемой кровью. Оружие того, кто без устали убивает и пожирает своих врагов. Эта грозная катана позволяет сохранить равновесие после атаки противника и со всей ярости ударить его в ответ. Снижает риск оглушения, если владелец атакует во время контрудара врага, но повышает получаемый урон. Особый навык Козьба. Так, давайте на костер тпхнусь. И надо еще туда до верха добежать, там тоже что-то лежало. А то сейчас проспидраню, как обычно, и пропущу все, а потом забуду. Так, вот здесь вот что-то лежало, по-моему. Какую-то записку тут оставили. Я найду свой центр под каскадными водами. Тут, походу, кто-то суициднулся или что? А, нет, вон предмет лежит. Я думал, суициднулся. Печать сухого листа дали. А, это у нас оружие. Повышает мощь молитв Микелы. Он вот здесь, наверное, спустился. Тот чувак, который вторгся. Ой, а тут можно куда-то вот сюда пройти. А это куда у нас ведет? А для чего? Что у нас тут находится? Так, предмет. Камень мрака. 7, одна штучка. Еще предмет. Осколок упадка. Ради осколка сюда. Можно тпхнуться. Ой, тпхнуться, добежать. Ну все, теперь можно спускаться спокойно. Но сначала прокачаем уровень. На уровень должно хватить уже. Да, давайте хпшечку.
49 еще разочек, и уже 50 будет. Может, хоть убивать не будут сразу. Так, под водопадом давайте посмотрим. Нету предметика никакого. Ничего нету. Ну-ка, дай ему жару. Нихуя себе вжарил. Тихо-тихо-тихо. Добей ты его. Нормально. Минус один. Осколок, древо упадка. Хорошо, где у нас второй бегает? Сейчас второго тоже гипопотама побьем. И будет все хорошо у нас. Он где-то вот тут ходит, а, вот он. Сейчас тоже его этой атакой побьем. Так, тихо, не агримся, не агримся. А теперь получай по морде. Поймал меня, блядь. Тихо-тихо, не добиваем. Я жить хочу вообще-то. Ну-ка, вот этой атакой его. Да, блядь, он вернулся. Издевается надо мной. Да, блядь, опять поймал. Но он не сильно бьет. Жить можно. Все, готов. Еще один осколок. Можно сейчас будет, значит, на костре прокачаться. Это все чисто к ним прийти, побить их. Потом дальше спокойно спускаться. Так, я спустился. Еще куда-то можно. Прямо. Ах, тут твари кидаются. А вот пещеру вижу. Нам надо катакомбы пройти, потом еще куда-то проход, да? Да, потом до босса бежать. Умирай 100 раз. Не хочу умирать 100 раз. Хочу ни разу. Не умираю. 100 раз. Сумрачные катакомбы. Используем пилюлю. Лифт какой быстрый. Ой, какой он этот. Длинный. Спуск вниз. Очень длинный. Так, давайте фляжки пополним. И можно древоупадку качать. Ух ты, как ты больно бьешь, блядь, тварь. Иди за мной, сюда. А, ладно, не надо. А, тут рычат просто. Иди за мной. Так, можно куда-то туда? Тут нычка, да? Угу. Хотели спрятать от меня что-то. А вниз надо? А на ту сторону? На той стороне ничего нету, да? Ничего нету. А, сундук. Сундук не заметил, я думал. Невидимая стена, что ли? Медальон зеленым янтарем плюс 3. Вторжение. Чё ты там пьешь? Чё за крик был? Маны уже не хватает. Ой, дядя Артём, не умирай. А, я его убил. Ну так, пальчиком. Ты чё, дружище? Иди к костру. Сейчас весь меня цветочек не побьет. На похуй поебашь меня, блядь. Ах ты! Чё, плюется меня? А где костер-то? Я откуда знаю. Так, лифт куда-то. Еще ниже. Тоже длинный, наверное. Ну да. Пустырь такой.
что тебе за меч с червячками? Тот же самый. Который огнем бьет? Да. Ух ты. Это что за потом здесь? Что за беспредел? Я думал, оно просто в меня попало, оно через стену фигачило. Нычка опять. Угу. Дядя Артём все нычки знает в этой игре. Конечно. Поэтому я и делюсь. Правильно, так и надо. Надо помогать слабым, понимаешь? Дядя Артём местный гид по эндоурингу. Да, ну да. Недорого. Так, лесенку видел. Ага. Дострелялся. Труп. Шлем рыцаря смерти. И доспехи, в принципе, рыцаря смерти. А лесенка куда ведет? Вниз, там сюда и надо. Тут фонарик, кстати, нормальный. Светит у тебя. Мощно. Угу. Она уже сдохла, они летят. Сейчас там будет пушка здоровая. Ее не убивай. Пушка здорова. Да, а то я тоже себя цветочек убил. И там какой-то легендарный предмет выпал, а я достать не смог. Ага. Я отвлеку на себя. А, нет, вместе побежим. И надо будет, чтобы ты отпустил вниз ее. Скинул, что ли? Нет, просто вниз, чтобы мы могли ее убить и залутать предмет. А, пушку опустить? Да, это так не получится. Она живая? Просто на месте стоит, да? А сейчас увидишь, что здесь. Прямо так уже сразу. Третий лифт длинный. О, смотри. А он хакбар будет делать сейчас? А, вон, смотри. Ух ты. Дяденька какой там. Ох ты. Налево беги сейчас. Ох. Так, а там можно внутрь куда-то. А он в нас. Нет, нет, а, да. Он так не попадет, да? У меня, стой. Сейчас он так стрелит. Не попадет по нам. Пошли. Так, а что ты сделал? Вот, видишь, отпустил ее. Можно еще раз потянуть рычаг. Еще раз? А, ниже стал. Да, он опустился. А что, потом нельзя было рычаг что ли сделать и предмет подобрать? А как? Мне надо было там стоять, чтобы не подняли. Он не остался наверху. А, предмет сам наверху остался. В воздухе просто. Ну, вообще с пару ударов убил. Это выпал, кстати. Крупный призрачный ландыш. Не особо велика потеря. Уже четвертый лифт. Последний. И глубже, глубже. Сейчас до ада спустимся. В недра земли, так сказать. А, вот босс тут. Чё, пошла жара? Подожди. Ой, я уже захожу. Ха, начинает вторжение и уходит сразу. Хорош спамить, блядь. Главный инквизитор Иори. Ой. И что тут за колобок вылез? Он пропадет, нет? Или его ударить надо? Колобок пропал.
Да. Ух ты, на меня прям. У меня хилок нет. Ой. Вы умрете вместе. Добил? Хорош. Зазубренный посох дали. Я уже столько боссов убил вот так с тобой. Умирая. Хорошо, что здесь этот сделали. Кликомарики можно появиться. За столько бежал через катакомбы. Руническая дуга, что ли, лежит? Тут у них типа свеча такая, как руническая дуга выглядит. Вот эта локация красиво выглядит здесь. Такое освещение, в принципе. И будет красиво. Прикольно сделать. Умирать. Умирать буду? Да, тут парировать надо все. Да, так, сейчас 364 тысячи, кстати. Надо прокачать уровень себе. Надо стойкость себе до 30 хотя бы сделать. И у меня есть еще руна, которая 80 тысяч дает. Вот. Руна Марики. Так, а мне все равно не хватит. Мне надо 256. Мне надо еще руны потратить. Так, руны героя можно завязать. Так, пятачок. Все, как раз на уровень. Лишнего не буду делать, а то буду умирать постоянно. Я тебя, Артём, предупредил, стойкость качаем. Тут недавний предмет себе поставил настройку, чтобы показывать, какие выпали. Ничего, удобно? Ну да, смотришь, что выпало. А ты чем парировать будешь? Расколотый щит? Простым щитом. Любым. Который парировать можно? Да, расколотый щит. Можешь тоже себе поставить, чтобы не искать предмет? Все, нашел. Да, и тебе будет сумочка. А, вот. Сумочка. И тут что, я недавно подобрал. А, да. Типа можно почитать. Зазубренный посох накапливает кровотечение. Большой посох Иори, главного инквизитора. На вершине украшен золотыми зазубринами, символом жестких методов инквизиции. Так что это массивное оружие может служить в качестве копья. Атаки наносят святой урон, а сила ударов зависит от веры владельца. Особый навык расплата Иори. В принципе, удобная вкладка, надо было ее сразу включить. Как DLC вышел. Так, знак призыва дяди Артема. Перекатываться могу? Могу. Киберспортсменского Артема. Сейчас будет так, чтобы парировать всех. А тут всех, что ли, надо парировать? Один моб. Один моб, но их много, да? Да, который с одного удара убивает. По сути, если не отпарирую, то умер сразу. Да. Ну давай, дядя Артем, тащи. Его пока тут не будет, пошли. Лес бездный. Тоже мощно выглядит, прикольно так. Тут карта так вообще непонятна. Вы смотришь? Вроде одна локация, да? Потом оказывается, это ниже надо куда-то проходить. Там здесь надо ниже проходить, здесь. Там, сям. Фиг найдешь так, по сути. А по карте смотришь, как будто в одном. Так, тут послание. Не дай себя обнаружить. Но это про не тех. Попадайся, тебе не сбежать. Даже не пытайся прикоснуться. Это про тех, которых надо парировать. А, то что... Ты их увидишь, сразу поймешь. Это типа под стелс, да? Говорят, то что прятаться. Да. Пошли за карты. А можешь просто заклинание использовать, которое невидимо тебе делает? У них колокольчики стоят в кустах. А в кустике, если не заходить. Вон, который идешь ты. Да, вообще не знаю, кто. Длань безумия. Ты чё, дурачок? Ну-ка, не делай так. 200 тысяч хп. Не достал. Ух ты. Ух ты. Выпил фляжку. Ух ты, ух ты, ух ты. Ебанутый, что ли? Машт и машт, машт и машт. Ладно, ребят, в следующей серии тогда продолжим. Пойдем уже дальше по этой дороге. Дойдем до босса, убьем его и будем дальше проходить DLC. А в этой серии будем уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.